Это вторая часть оформления этого домика. Ну, как вторая часть, только по штукатурке там фасада, там фронтончика. А это я показываю, какой он дом должен выглядеть, ну, чтобы было понятно, к чему я стремлюсь. То есть вот такая штукатурка декоративная, она достаточно просто делается. И как бы и затратная часть тоже небольшая. Просто это шубка, и вот там колонны обыграны. Ну, вопрос идет о такой декоративной штукатурке. Вот это я показываю, просто там есть первая часть, более подробная, как я позакидываю, подкидываю. Ну вот, повторюсь немножко, чтобы было понятно. Смысл в том, что надо закидать газосиликат. Вот я показываю, что провокация, что я в беседке без там подготовки просто кидаю шубу на вот такой камень. Ну, у нас, так как я в том фильме объяснял, у нас поселок Восточный сделан там в 54-м году, и половина домов закиданы просто шубой. И представляете, вот эта шуба стоит без сеток, без ничего уже сколько там, ну давайте 60-го, и это ну, 40 лет и 20, 70 лет стоит без капитальных ремонтов, она не отвалится. Отвалится что-то другое, а шуба стоит. Потому что принцип шубы именно другой, что ты кидаешь ее и не трешь ее, а разрушается штукатурка, когда ты ее трешь. А если кидала, она прилипла, ей пофиг, она зацепилась когтями за кирпич пористый. Ну, надо, чтобы кирпич чистенький был. И, ну, были, конечно, вот что там он не гладкий, это все тоже играет большую роль. Ну, вот я вам показываю, как вот. Ну, первая часть была там подробная, а эта вторая часть будет уже оформительская работа. Подкидка делается, такая штукатурка. Ну, я повторюсь, что раствор 550-й турецкий цемент, у нас сейчас он недорогой, его почему-то везут, дешевле его в Турции сделать, чем на Украине. И его, как бы, там какая-то присадка идет, и, короче, нормально им работает. Ну, мы еще, вот я еще в этот раствор, будем говорить, делаю 1:2, ведро цемента и 2 песка. Ну и мыло добавлять для пластики. И еще добавляю на ведро цемента ковш клея плиточного. Ну, хорошо, это плохо, как говорил. Ну, добавляю и добавляю. И он есть, мешок клея, да. Не жалко кинул. Ну, думаю, что это хуже не будет. А теперь, вот смотрите, мы сделали декоративную штукатурку, она не будет сама смотреться просто так. Вот эта шуба, ее надо в какие-то рамки взять. Я принял такое решение, как бы я его делаю в ковку такую, типа бронепоезда. Берем, штукатурим, тоже косо, криво, кисточкой замыли, заклепок наставили. Штукатурка светлая, а ковка темная. Ну, то есть есть принципы, которые, ну, как бы я там их выдерживают. То есть у меня есть взгляд на это дело. Откуда этот взгляд? Ну, я родился с ним, или, может, это приобретенные там навыки, свой стиль, который я там придерживаюсь, и я его популяризирую. То есть вот, то есть идет коричневая, видите, крыша, она это с профнастила, такое вот под дерево сделано. Теперь внутри будет такая шубка легкая и окована металлом. Какой принцип? Ну, принцип, как будто вот гоблин или там кто там приковали вот эту стенку, чтобы она не упала. Ну, это людям понятно, смысл выдерживать, такой сказочный дом. И вот этот сказочный такой подход позволяет там, будем делать, что захочешь, и никто на это обращать внимания не будет. Потому что если сейчас начнешь какую-нибудь там лепку применять, это требует, ну, определенных законов, понятий. Ну, там, вы видели, на окнах я применяю колонны в виде косичек. Ну, это там как бы смешание стилей, там, не знаю, это барокко или это там рококо, или как оно называется, там, я эти умные слова знаю, что они обозначают, не знаю. Ну, или итальянская там эпоха Возрождения, или французская, ну, короче, там лепка была принята, и вся архитектура пошла туда с Италии или с Греции. Ну, там были очень мощные художники, и они, ну, как бы моду дали нам. Ну, так как это очень сложно, вот этой лепкой заниматься, то можно сделать под это дело сказочную, фэнтезийную моду, типа гоблинскую, где вроде бы то же самое, только косо криво, и можно быстро сделать. Ну и относительно недорого. Ну, у меня колонны есть лепные, то есть я раньше много занимался этим, у меня формами есть, поэтому я применяю вот эту
будем говорить, готовые косички, там колонны греческие или там какие они, то есть я ими просто пользуюсь. Карниз я не захотел, заклевать целое дело сюда карниз. Ну, мне больше нравится вот такое. Вот у меня Толик пошел мне помогать, пришел, и все ускорилось. Потому что, ну, все-таки в четыре руки делать, ну, или одному делать. А так Толик уже руки набиты, он очень хорошо делает кованые элементы. И уже у него, мы только недавно делали дом рыбака, там 200 с чем-то квадратов, который сделал Толик. Это очень, ну, реальный навык для, будем говорить, для таких работ. Ну и только профессионализм проходит через руки. Можно смотреть сколько хочешь, но когда ты там сделаешь там 100 метров в этой ковке, то ты будешь ее делать любую. Ну, так идет это оформление. Вы сейчас посмотрите, вот все уже, штукатурку кинули. Самое интересное, что вот эта шуба, она там, ну, давайте скажем, 70% площади занимает шуба. А ее кидать достаточно просто. Ну, она является фоновая. А вот эта ковка, она уже дает там рамку и там какой-то, и, ну, дает форму и придает вот такой, ну, выгляд этой работы. Вот, смотрите, я как бы, ковка длинная, сложно такой металл гоблином ковать. Мы ее побили кусками. Вот, ну, принцип такой. И опять наверх, вот мы фронтончик, как бы две шины соединили в одну. И сейчас я вам заклепочку кидаю, и сейчас ее выровняю, и будет готовая. А потом Толик подправит, и вот, ну, ну, просто сейчас же плывет материал, толщина не всегда позволяет эту работу делать. То есть надо постоять. Ну, уже мы как опытные мастера уже примерно знаем, когда что-то форсировать. Вот, вот этот, видите, очень большая площадь вот этого треугольника. И я ее разбил на такую, как бы, я не знаю, как правильно сказать, вот на накладку. Вот эта накладка тень, она создает видимость вот этой лепки. Ну, это в принципе лепных изделий. Я просто этими, ну, как приемами владею, и вот применяю, вот как бы такую, вроде бы, и укрепили мы вот этот треугольничек, и в то же время создали тени такие. Потом сейчас нам заклепочки сделаны, это тоже прием. То есть есть общее направление, а есть приемы. А приемы какие? Заклепка круглая, квадратная, там шестигранная. То есть каждый может применять, что хочешь. Вот эти накладушечки, опять они, и заклепки. Заклепки каждый может тоже делать, хоть квадратные делать. Это, ну, не важно. Важно вот результат. И опять можно их одну сделать заклепку, а можно их 20. Может насытить, можно не. Ну, то есть надо найти чувство меры. У каждого это чувство меры своя. А кто-то может, наоборот, провоцировать, ну, на то, чтобы ломать стереотип. Оно не должно, оно есть. Ну, это так вот, видите, оставлено такое отверстие, там, ну, не знаю для чего, давайте там для птиц, для голубей, ну, или, может, просто для вентиляции, может, туда сеточку поставим, там будет вентиляция, ну, чтобы под крышу. Смотрите, вот было ровное, а Толик сделал такие отвороты срезами, и, то есть, это стиль тоже получается. Толик, ну, опять его рука, его взгляд и как бы его космос, он делает вот так, как он делает. Вот он, мы ушли от прямых линий, паковали, создали такие интересные формы. Теперь покрасим, оно будет черное там или медное, или там, ну, это уже другая ситуация. То есть внутри будет светлое, а бока будет тяжелое. Хотя раньше, наоборот, применяли колонны, делали светлые побелку, а шубу делали темную. Ну, вот это тоже как бы для меня наоборот был дело. Колонны темные, а середину светлую. Потому что, ну, видать, у них была известь, они белили бока, побелку делали, а шубу делали темную. Ну, то есть вот это тоже модное направление. Почему так делалось, я не знаю. Я делал бы углы тяжелые. Ну, и у себя я делаю тяжелые углы. То есть вот как бы такие, как бы мелочи, я вам такие сказал, многие на это даже не обращают внимания, но это есть. Вот посмотрите на дома, которые сделаны под шубу. Смотрите, у меня углы, они деревянные, крепкие и темные, а серединка будет светленькая. И видите, уже
крыша выварена, колонны выварены. Ну, я потом, колонны вообще будут оригинальные, мы там с гвоздями их как-то поделаем, мы там такое что-то намутим. Ну, такой, я даже не знаю, как это назвать. Ну, есть у меня такое желание, там вот в стены я ложки вставлю, будет такой ложечный камень. Ну, такой, не знаю, как его, строительный юмор. Или это провокация для Ютуба, я вам сделаю стеночку, я накупил кучу ложечек, этих вилочек, ножиков, и я ее просто умырую стенку, и у меня будет такой вот, как будто домик, сделанный с алюминиевых ложек. Ну, такой вот подача информации. Ну, так как в Ютубе это можно всем показать, то можно и как говорится, ну, приложить усилия, сделать интересные колонны. Ну, если бы это просто сделать дом, ну, чтобы жить. Ну, сделал и сделал. Многие просто на это не тратят свою жизнь. Ну, а мы все разные, поэтому мне это интересно, я этим занимаюсь. Вот смотрите, вот это важно, вот этот фильм, видите, по той штукатурке Толя кидает еще такую жиденькую шубку. Она придает, ну, как бы микротрещины, где-то ну, она не портит. Потому что ты рукой кидаешь, ну, шубу грубую, она дает свою структуру. А он кисточку дает еще дополнительно. И она такой, смотрите, она как стеклянная становится. Таким закидывает и получается тоже своеобразный, будем, своеобразная поверхность. Ну, можно еще и потыкать там или пошкребсти. То есть, ну, неважно. Важен результат. Ну, очень хорошо, что мы не трогаем эту мастерками. Вот как закидали, как она прилипла. И это очень хорошо. Ну, теперь останется зачистить это все. И очень интересно, вы сейчас увидите, смотрите, вот идет подрезка, и уже пропустили мы, видите, бока шубы сделанная, видать, не сняли, или камера была не заряжена. Смотрите, это все в один и тот же день. Мы сделали очень важное, вон камень, штукатурка налипает на камень. И вот так вот, короче, вот так вот прошла работа. Ну, уж как-нибудь отдельно будет, я акцент сделаю на вот это сопряжение камня и вот этой декоративной штукатурки. Вон, зачистка идет. Ну, и там короткий фильм я покажу, как это должно будет выглядеть. Ну, короче, в конце будет небольшая заставка вот этой покрашенной работы. Но она есть полностью в оригинале, я просто вам под музыку поставлю. Вот Лена, видите, расписку делает. Кому-то, может, это интересно будет. То есть просто надо на теперь на эту шубу посадить такую девочку, как Лену, которая это зафигачит кистью. Ну и там у ней есть помощницы. Младшая моя Оксанка тоже, дочка, помогала ей. Ей потом это поможет в дальнейшей работе. То есть вот так вот, видите, расписывается камень. И чем больше цветов, тем интереснее.